Бумага, ручка, пишите заявление. Вы грубейшим образом нарушаете трудовой кодекс. Знаете, у меня нет ни одного нарушения, ни одного взыскания, и я подписывать ничего не буду. Ясно? Вы умышленно поставили пациенту неправильный диагноз. Умышленно? Это ваш Котов вам наплел. Пусть докажет. Надо будет, докажет. Пишите. Я завизирую заявление и разойдемся мирно. Нет, мирно у нас не получится, милочка. Я не позволю вытирать за себя ноги. Вы об этом пожалеете. И очень сильно пожалеете. Вы сейчас что, угрожаете мне? Я? Что вы? Я просто констатирую факт. Вы не справились с управлением клиники. И лицензии вам не видать. Так своих ушей. Сидеть! Все. Все. Ушел этот неприятный дядька. Неприятный-то он неприятный. Сегодня он неприятно прав. Так. Ну, молодец. Поздравляю, растешь на глазах. Ты с чем тут поздравлять? Так психанула. По закону же я действительно не могу его уволить. Ну, а если подключить голову и вот так спровоцировать, что он нарушит весь трудовой кодекс по пунктам? Нарушение техники безопасности, оставление рабочего места и т.д. и т.п. Ты издеваешься? Нет. У тебя что вообще в голове? В данный момент у меня трудовой кодекс. Смешно. Нет, ветеринар ты, конечно, отличный. Но я просто поражаюсь твоей безответственности. Ты к чему-нибудь вообще в жизни относишься серьезно, а? Да. Эй, я к тебе серьезно отношусь. Да ты что? Очень серьезно. Вот, например, завтра выходной. Поехали в Подмосковье. Ты там не была. Я тебе усадьбу в парке покажу. Завтра я хочу заняться ремонтом подвала. Неужто ремонтников нашла? Нашла. Я ремонтник. Представляешь? Да никто не хочет соглашаться просто. Ну, а и сроки, поэтому решила, буду делать сама, и помощники мне нужны. Спасибо, что решился мне помочь. Вдвоем все-таки веселее, чем одной. Не за что. А это что такое? Доброе утро. Как говорится, ранняя пташка червячка склюет. Доброе утро. Здрасте. А что вы здесь делаете? Ну как же, Котов позвонил, сказал, что вам помощь нужна. Вот. А, да? Да вы не переживайте, я на самом деле очень хороший специалист по ремонту. Вы тоже? Я помню, мы как-то с Анжелкой решили обои переклеить. Ну, старые ободрали. Я говорю, давай новые клеить. Она говорит, нет, новые можно только в пятницу. Ну, по гороскопу. Вы же знаете, как она верит во всю эту чепуху. Ой, я помогу. Ну, во всяком случае, нас теперь трое. Это уже что-то. Ну да, трое, не двое. Изысканный, ты понимаешь? Изысканный оттенок должен быть. Ну, немного ультрамарина и все. Да все! Здрасте. Здрасте. Ой,
Рит, ну согласитесь, пожалуйста, что вишневый намного лучше, чем какой-то там ультрамарин. Не какой-то там ультрамарин, а благородный, выразительный оттенок. Ну скажите ей, Рита. Рита, Рита! И в том, и в другом есть своя прелесть. Я так рада, что вы здесь. Спасибо. Это вам спасибо, Рит. Я вообще обожаю в краске возиться. В детстве думала, кем стану, художником или ветеринаром. А я бы целый день одна дома просидела. Игорь ведь теперь на даче живет. То, что надо было меньше Миши глазки строить. Давай не будем о Мише, ладно? Миша Потаскан! Миша Потаскан! Нет, а как вы здесь оказались? Позвонил Котов и сказал, что надо прийти. А мне тоже Котов позвонил. Я думала, что это его идея. Так, давай мешай, а? Ага. Ну. Давай вишневая. Нет. Ничего себе, прям как в фильмах про войну. Ну и как разбирать этот хай-тек? Да. За день точно не управимся. А где Котов-то? Что, отсыпается? А вы что, Котова не знаете? В самый ответственный момент и в кусты. Я даже не знаю, с чего начать. Главное начать с правильного настроя. Котов! Откройте! Так, кажется, все. Кто молодцы? Мы молодцы! Даже не верится. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Да. Слушайте, и оттенок такой классный подобрали. Да. Я вот в кухне такой хочу. Угу. Как ваш палец не болит? Ты знаешь, не бывает ремонта без производственных травм. Так что ничего. Подождите, а кто это там стучит? Там же русским языком написано, клиника закрыта. Значит так. Я хочу, чтобы вы вернули мне мои деньги. За моральный и материальный ущерб. Какой вот. Ущерб? Какой? О, а вы вот у него спросите. Я ходил в платный их медицинский центр, сделал анализы. И никакого этого, черт, как его, лимфовитикулеза у меня нет, ясно? Ну, на нет и суда нет. А вы сказали, что есть. Поэтому я требую компенсацию за анализы и за нервотрепку. А к тому же там еще и парковка платная. Миша, Миша, я твоя! Заткнись! Птицу не тронь! Я тебе сейчас такую компенсацию устрою! Никакой ты не петух, а павиан похотливый! Да сама ты такая, ясно? Вертихвостка! При живом-то муже на чужих мужиков вешаешься! Я тебе сейчас... Что? Что? А ну-ка, подожди, 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 я сам. Я сам. Ну-ка, пойдем. Выйдем. Поговорим по-мужски. По-мужски? Да. С тобой, что ли? Да, со мной. Давай. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Они что, сейчас подерутся? Иди сюда.
Игорь, иди не связывайся с ним, я тебя умоляю. Тихо, тихо, не вмешивайся. Ты, Игорь. Что хотел сказать-то? Ты вор, ты трус, ты жалкий раб. Че? Это Пушкин, идиот. Ха. Пушкин? Да. Отлично. Пушкин. Хорошо. Давай. Игорь. Сейчас я тебе такого Пушкина покажу. Да. Так, не трогай его! Ты что, обалдел, что ли? Идиотка! Я вас сейчас обоих... Я вашу клинику в интернете так ославлю! Долго еще помнить будете, ясно? Ура! Ура, мы победили! Да ты чего? Ну теперь я точно знаю, что ты меня любишь. Ну ладно, ну прости меня. Пойдем домой, а? Ты переоденешься, там у меня курочка в холодильнике. Нет, нет, я на дачу. Как на дачу? Ну, мне надо подумать. Просто наши отношения, мне кажется, требуют переосмысления. Мне нужно время. Прости. Игорь! Игорь! Это был какой-то не ремонт, а целое приключение. Я все маме расскажу. Даже не верится, что все получилось. Матвей, у тебя тут, кажется, краска осталась. Пойдем-ка я от тебя это отру. А потом пойдешь домой, мне тоже пора. Люба, спасибо тебе большое за помощь. Матвей, я скоро приду. Ты знаешь, я все-таки хотела тебя спросить у себя. Мне интересно. Нет, можно я первая спрошу? Я хотел понять, почему ты мой вопрос решил? Гораздо нет, важнее. Можно я первая решила спросить, и нет, ты мне ответишь, почему я хотел задать вопрос. Дашь ли ты мне еще один шанс? Если ты скажешь, почему ты решил мне помочь. Ключи от моей квартиры, и я тебя очень прошу, как можно чаще нарушай мою территорию. И торжественно обещаю нарушать твою территорию. И обещаю не контролировать твою свободу. А я торжественно обещаю стать гораздо ответственнее. Еще правило первого шага. Какое правило? Это я только что придумал. Правило первого шага – это... Просто когда в следующий раз мы вдруг захотим поссориться, поругаться, не надо разбегаться. И терять друг друга, потом искать, а надо просто сделать шаг навстречу друг другу и... Кто должен делать этот первый шаг? И ты, и я. Наш первый шаг. И ты, и шаг, и я, и шаг. И ты, и шаг, и я, и шаг, и шаг! Рита. Я тебя люблю. Рит! Я тебя люблю! Рит! В общем, поехали. И давай его возьмем, чтобы ему не было так одиноко. О!
О, Геннадий Петрович. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам. У меня состоялся разговор с дочерью. Виктория очень расстроена. Вы игнорируете ее звонки? После того, что я видел у нас дома, я крайне озадачен. Ну, вы меня неправильно поняли. Все, я правильно понял. Я не ожидал, что вы такой негодяй. Не смейте приближаться к моей дочери. На пушечный выстрел. Вы специально хмурили ее, чтобы получить лицензию. Да у меня в мыслях не было. Значит так, лицензии вам не видать. И клинику вашу я закрою. Я терпеть не могу. Безответственных, беспринципных людей. Всего хорошего. Ну, знаешь, тут ты просто превзошел себя. Рит, постой, как ты меня вообще к этой кукле ревновать можешь? Меня не волнует, что ты был дома у Виктории. И я не ревную ни капельки. Просто твоя безответственность довела дело до того, что теперь пострадает вся клиника. Вот этого я тебе никогда не прощу. А как же первый шаг? Первый шаг. Делай сам свой первый шаг. И шаг. Игорь, слушай, мне тут уехать нужно будет. Ты меня не подменишь? Да, и рыбу с попугаем подкормить. Да, попка теперь у меня. Слушай, давай без подробностей. Я вернусь тогда, когда Светлана выйдет на работу. Спасибо, друг. Спасибо. Нет, я не сбегаю от проблем. Просто не нужно меня постоянно отчитывать, как маленького ребенка. Ну, что ты на меня смотришь? Рита! Рита! Да, она тоже в чем-то права. Ладно. Звоню. Вик, здравствуйте, это Федор. Нам нужно встретиться и очень серьезно поговорить. Очень серьезно? А ты знаешь новый отель на Карбышева? Там, говорят, появился отличный ресторан. Может быть, встретимся там сегодня, через 2 часа, например. Договорились? Договорились. Смотрите, какой красавец. Как можно было такого на лестнице оставить? Я не понимаю, как можно было такого подобрать. Ну не оставлять же. Он же там погибнет. Точно торт не будешь? Не, я вообще сладкое не люблю. Здорово. А вы чего такая расстроенная? Все же было хорошо. Смотрите, какой привередливый. Печенье не ест. Давайте ему торт дадим. Давай. Светочка, привет. Привет, Ритуль. Почему у тебя опять глаза на мокром месте? Да ничего не на мокром. Это у тебя камера просто искажает. Пойдем, Эдик. Слушай, хватит врать. Давай рассказывай, что опять случилось. Терпеть не могу командировки. Особенно, когда что-то идет не по плану. Ты про Риту? Успокойся. Пора начать новый этап. Кстати, до поезда еще есть время. Можем подняться в номер. Ты их знаешь? Мужика знаю. Это с ним Рита целовалась. Он-то что тут делает, а? Господи, ну, увидел новый ресторан.
вывеску. Успокойся. Виктория, я хотел с вами очень серьезно поговорить. Вот так, да? По ресторанам, значит, ходим, да? Романтический ужин. Ты что, следишь за мной? Знаешь что, моя личная жизнь тебя больше не касается. Вика, извини меня, срочно нужно уйти. Куда? Паша, подожди! Вика! Слышишь, не смей к ней прикасаться. Сейчас вышел и больше сюда не зашел. Молодой человек, послушайте меня, пожалуйста. У меня с Викой ничего не было и не будет. Я вообще люблю другую женщину. Как другую? Вик, вы меня, конечно, простите. Я собирался это, как сказать, поделикатнее, но вот выходит вот так. Кто она? Я вам звонил. Я хотел сказать... Слушайте, хватит мне вешать лапшу! Я сказал, что... И все-таки не принимай поспешных решений. Да, по-моему, уже все предельно ясно. Ничего не ясно. У Котова, конечно, много недостатков, но он не подлец. Он не стал бы крутить два романа в наглую параллельно. Ой, Свет, ты меня уже 2 часа утешаешь. Мне сейчас еще и за это будет стыдно. Да ну перестань. Главное, ты все поняла? Да. Ой, это Котов, наверное. Я тебя умоляю, дай ему объясниться. Дай ему шанс. Все, давай, пока, удачи. Света, Свет... Рит, привет. Мы оба с тобой совершили ошибки. Знаешь, мы слишком много вложили в наши отношения, чтобы все разрушить, повинуясь какому-то первому порыву. Словом, я пришел мириться. Нет, 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 нет. Напрасно. Ничего не будет. Подожди. Если это дело в твоем ветеринаре, то я должен сказать тебе, что ты делаешь невыгодные инвестиции. Вот смотри. Он сейчас в ресторане с молоденькой девушкой и прекрасно проводит время. Вот, смотри. Вот он твой, ветеринар, смотри. Подглядывать подло. Подожди, по-моему, это он поступает подло. Я сам видел, как он страстно целовался. Да, но для нас это ничего не решает. Паш, все, уходи. Подожди, ты что, это твое последнее слово? Да, абсолютно. Между прочим, Ира собирается тебя уволить. Останешься без работы и на бабах. А я бы мог повлиять. Убирайся отсюда! Рита! Правда, я не собирался драться. Но вот его нужно было как-то утихомирить. Лицо человеку не надо было портить. И вообще, если бы ты мне мозги бы не пудрил, ничего бы этого не было. Я никому не пудрил мозги. Ты сама себе все придумала. И вообще, где это видно, чтобы кошки из клиник сбегали? Вот скажу отцу, пусть он закроет вашу Шарашкину контору. Виктория, ну... Хорошо, я такой-сякой, я плохой. Но при чем тут люди? При чем сотрудники? При чем тут коллеги? Я тебя прошу как человека. Пожалуйста, пообщайся с отцом, пусть он никого не трогает. Погоди, он пудрил тебе мозги или нет? Да какая разница? Чего ты к словам цепляешься? Пудрил, не пудрил. Главное, что белочка пропала. Вот именно, потому что он тебе лапшу вешал, ты уши свои развесила, и тебе уже было не до белочки. Да как ты такое вообще можешь говорить? Я любила ее как ребенка. Да это я ее любил. Я тебе ее подарил на нашу помолвку. Чтобы у нас семья была, все как у людей. С кошкой. Чтобы жила у нас на даче. Да, Белочке на даче было очень хорошо. Да, хорошо. Поэтому не надо было возить ее в город. С дачи она бы не сбежала. Так, тихо. Кажется, я знаю, где найти вашу Белочку. Я просто хотела, чтобы Игорь меня приревновал. Хотела убедиться, что он меня любит. А он почему-то со мной не разговаривает и опять уехал на дачу. Доброе утро, коллеги. Прошу заметить, 7:15. Никаких нарушений дисциплины. Ну что, Маргарита Александровна, какие будем придумывать причины, чтобы меня уволить? Юрий, я занята.
Ну что же, я так и думал. Тогда пойду работать. А если он вообще захочет от меня уйти, а? Вот уедет куда-нибудь, как Котов. Как? А как Котов? Куда-то уехал? Ну, я не знаю. Он позвонил и попросил покормить рыбку и попугая. Ну? Мне Игорь сам сказал. Между прочим, нарушил обет молчания. Хорошо. Привет. Мне очень жаль, что вы меня не застали, поэтому можете сказать все, что вы хотели. А возможно, даже и больше. Я сейчас тебе все скажу. Ты всегда убегаешь от проблем. Но бросить клинику в такой трудный момент мог только настоящий трус. Знаешь что, Котов? Уехал и уехал. И я вообще не желаю тебя больше видеть. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Добрый день. Мы можем начать инспекцию подвала в занимаемом вами помещении? Да, конечно. Вот, пожалуйста, наш подвал. Ремонт закончен. Девочки долго спорили, ультрамарин или нет. А мне все-таки кажется, что это голубой. Это что? Это просто не высохло. Это называется халтура. Позвольте. Простите. А, извините. Геннадий Петрович, а можно с вами поговорить о делах клиники, так сказать, тет-а-тет? Пройдемте в более удобное помещение. В клинике царит семейственность. Что называется, рука руку моет. Вот наша девушка на ресепшене, она жена ветеринара. Чайку? Спасибо. Ага. Исполняющая обязанности начальницы накроет какие-то шашни с нашим хирургом. Представляете? Может, что погорячее? Нет, спасибо. И главное, руководство допустило преступную халатность, в результате которой была потеряна кошка Виктории, вашей дочери. Наша кошка попала? Да. А вот это уже форменное безобразие. Так надо же принимать меры. Примем. Вот так вот. Артурчик, ну неужели она могла сюда сама добраться? Не надо было увозить ее с дачи. Ну, Артур. Надо искать. Давай. Изабеллочка. Белла. Белочка, девочка моя. Белла. Ну ты где, малышка? Ну, пожалуйста, найдись, Белочка. Белла. Белла. Надо посмотреть за домом, во дворе. Да, пойдем. Белла. Привет. Виктория! Да, ты нашел ее? Нашел нашу Изабеллку? И не одну. Изабеллочка, девочка моя, какое чудо! Артурчик, иди сюда, ты посмотри на это чудо! Спасибо вам большое, вы настоящий доктор Котов. Я же говорил, что кошки возвращаются туда, где им когда-то было хорошо. Нашлась. Слава Богу. Слушай, ну четверых. Геннадий Петрович, это я во всем виновата. У нас прекрасные, замечательные сотрудники. Вот, и мне бы очень не хотелось, чтобы из-за моей некомпетентности они пострадали. А не следовало изначально заниматься не своим делом? Заткнись! Заткнись, сказал! Извините. Алло!
Вика, доченька, что случилось? Я не слышу тебя. Я не слышу. Ты плачешь или смеешься? Еще и собаку свою сюда вонючую притащила. О, достала! Затишь! Василиса, фу! Папочка, миленький, ты не представляешь, что сейчас произошло. Я на нашей даче. Мы нашли Изабеллу, представляешь? Она с четырьмя котятами, с черненьким, все маленькие такие глазки у них. Андрей, сделай что-нибудь! Ко мне, Василиса! Василиса, ко мне! Ну все, все, все. Я это так не оставлю, я в суд подам. Геннадий Петрович, я надеюсь, это вы так не оставите. А? Ну прикройте эту шарашкину контору. Собака бросилась на вас, потому что от вас разит алкоголем. А распитие спиртных напитков на рабочем месте – это безоговорочный повод для увольнения, безо всяких компенсаций. Как же так? Что же это получается? Собаку на живого человека травить можно? А... Да ведь это же нанесение тяжких телесных. Я этого так не оставлю. Вы сейчас пожалеете. Вы знаете, у меня тоже был Ион Бергер, но 5 лет назад вот такой вот коновал залечил его до смерти. Слушайте, это может показаться бестактным с моей стороны. А можно я ее удочерю? Матвей, разрешим? Я обещаю, поговорю с твоей мамой, и она обязательно купит тебе собаку, правда. Тем более, что ты показал себя как отличный хозяин. Разрешим? Ладно. Спасибо. Геннадий Петрович, скажите, что будет с клиникой? С клиникой? А мне еще звонила дочь. Вы уж простите, но в моей жизни самое ценное – это счастье дочери. Доктор Котов нашел ее кошку. Но подвал отремонтировали. Документы в порядке, я не вижу причин не выдать вам лицензии. Правда? Спасибо. Белочка моя, девочка. Ну что ж, мамаша и детишки здоровы, так что счастливо оставаться. Я до города сами доберетесь. Слушай, называть нужно обязательно на одну букву. Вот мать у нас Изабелла, значит, это будет Игорь, а это Иван. Какой Иван? Ты что, с дуба рухнул? Я хочу, чтобы был Ларион или Иннокентий. Слушай, только не Иннокентий. Я учился с этим Кешей, с ним проблема один. А почему ты меня никогда не слушаешь? Я хочу, чтобы был Иннокентий. Слушай, ну Кеша – это попугай из мультика, а это Игорь. Ну, как? Отлично! Прекрасно! Ура! Ура! Лицензия имени Риты. Рита у нас героиня. Да нет, почему Рита? Вы герой. Я без вас бы не получила эту лицензию, правда. Ребят, и знаете что? Хоть мы не выпиваем на работе, я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы такие прекрасные. И никогда бы у нас не было вот этой лицензии. Если бы не вы. Я очень рада, что Свет такие замечательные сотрудники. А еще... Еще я уверена, что именно с этого дня у Зверовиты начнется новая, еще лучшая, успешная жизнь. Ура! 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 Ну, раз пошла такая пьянка, я тоже хочу сказать. Игорь, поставь. Игорь, прости меня. Ты, конечно, собака, но самая добрая и верная. Пожалуйста, не бросай меня. Да ты что? Я и не собирался. Ну, иди сюда. Знаешь что? Помнишь, я говорил про осмысление. Я долго думал. И мне кажется, все наши неурядицы из-за того, что у нас нет самого главного. Нет того, что нас объединяет. Анжел, нам нужен ребеночек. Если ты, конечно, не против. Да я за. Да? Зина!
своими руками и ногами. Дюба хорош. Подожди, послушай. А если начать прямо сейчас, то по гороскопу он будет рак. Да, рак. Как же хорошо стало. Жалко только Светланы с нами нет и доктора Котова. Во-первых, я соскучилась. А во-вторых, мне приснился плохой сон. Мам, а хозяйство-то на кого оставила? На соседа. Да ты его знаешь. Я так и сказала, поеду навестить своего непутевого сына. Я, кстати, тебе звонила, но у тебя почему-то не работает телефон. Ты мне не рад? Ты думал, что кто-то другой приехал, да? Ну почему, мам, очень рад. Очень. А вы знаете, кто к нам приехал? Угадайте 3 раз. Боже мой, Федя. Неужели мама? Светка! Ритка! Ой, аккуратно! Я тебе ничего не сломаю, ладно? Нет, не сломаешь. Они, знаешь, там на совесть делают. Ты что, сбежала? Конечно, сбежала. Ну как я могу валяться в больнице, когда тут такое? Взяла билет на ближайший рейс и прилетела. Клинику спасать. Ее уже спасли. Да, как-то так. Матвей мне все рассказал в красках. И про Юрия, и про ремонт, и про лицензию. Ритка! Ты просто гений. Да ну ладно, гений. А, самое главное забыл спросить. Ты с Котовым помирилась? Ну и кого ж ты хотел здесь увидеть, а, сынок? Мам, тебе показалось. Да не показалось. Не показалось! Что, уже проболтался? Ты мерзавец. Ну и кто ж такая эта Рита? Не твоя бывшая невеста? Позвони, пусть она немедленно приезжает к нам в гости. Я ее 100 лет не видела. Мы уже снова поссорились. Ну и что? Вот позвони и извинись, у тебя повод есть. Не буду ей звонить. Она меня не видит, не слышит, не хочет. Тем более, надо позвонить, извиниться. Я тебе сейчас все скажу. Ты всегда убегаешь от проблем. Но бросить клинику в такой трудный момент мог только настоящий трус. Знаешь что, Котов? Уехал и уехал. И я вообще не желаю тебя больше видеть. Ну и что такого? Может, у нее на это есть основания? Ладно тебе, милый бронец только тешится. Звони, я тебе говорю. Ты куда, Федор? В общем, мне нужно уехать. И как можно скорее. Ну почему? С Котовым нам все равно быть не судьба. Мы в одном городе с ним ужиться не можем. Не то, что в одной клинике. И потом, ты знаешь, он не вернется, пока я тут. А что для клиники важнее? Какая-то Рита? Или блестящий врач? Ну, как знаешь. Не буду же я тебя за руки удерживать. Я прямо сейчас закажу билет по интернету. И завтра уеду. Thank you.
Ну что, спасибо тебе за все. И за клинику, и за Матвея. Я буду очень скучать. Да. А с тобой? С тобой мы будем переписываться по интернету, да? Рит, еще не поздно передумать. И вообще, весь этот твой отъезд напоминает побег. Да, наверное, может быть, но я не вижу другого выхода, правда. Счастливо. Да, Свет, совсем забыла. Передай, пожалуйста, Котову ключи. Это от его квартиры. Хорошо. Ешь, а я потом посуду помою и поеду. Мам, ну я ж тебя не гоню. Сходи вон по Москве погуляй. В кои веки раз приехал. Мам! И ты, Ишак! И я, Ишак! Чего? Слушай, тут одна жестяная банка стояла, ты не видела? А, старая банка из-под сахара? Да. Так я ее выкинула. Ну а что хлам-то собирать? Как выкинула? Баночку выкинула, а содержимое припрятала. Что вы такая грустная? Может, вам радио включить? Нет, спасибо. А я тоже не люблю. Надоели эти новости. И телевизор я не смотрю. Ну, разве что про животных. Вот животных я очень люблю. А вы любите? С ними столько всяких интересных историй. Вот помните, совсем недавно все обсуждали, что то ли в зоопарке, то ли в питомнике подружились амурский тигр и козел. Помните? Вот я до сих пор думаю, могло ли такое быть? Ведь порой даже люди не могут найти общий язык. Согласны? Ну, а тут животные. Травоядный и хищник, между прочим. Могло ли такое случиться, чтобы они подружились? А если могло, то это чудо. Вот вы как вообще думаете? Чудеса случаются? Стерилизация – это большой философский вопрос. Я вам в этом деле не советчик. Это ваше решение и ваша ответственность перед животным. О, добрый день. Здравствуйте. Привет. Ты мне не рад? Почему рад? А где Рита? Рита уехала. Как уехала? Куда? Когда? Ну, не совсем уехала. У нее поезд через 10 минут. Это тебя. Извините, пожалуйста. Рита, я прошу тебя, не уезжай, пожалуйста. Я сейчас приеду на вокзал, нам нужно поговорить с тобой. Не нужно приезжать на вокзал. Ну как не нужно? Даже подсудимым дают последнее слово. Потому что никуда не нужно приезжать. Рита. Ты меня прости, пожалуйста. Нет, прости меня. Я был полный идиот. Нет, это я во всем виноват. Нет, это не ты. Что это, не я? Вернее, да, это ты, но... Подожди, я запутался. Нет, мы правда оба какие-то дураки. Прости. Стой.
что? Рит, я хочу тебе сделать предложение. Да какое? Какое? Ты выйдешь за меня? Я однажды видела уже эти кольца. Я тебе обещаю, что сейчас будет все по-другому. Ты скажи только да или нет. Будет ли все по-другому? Да, будет все по-другому, только нужно твое согласие. Ты согласна? Рита. Сидичка. Наталья Баранова и Рутенда Гнебезова. Гнебезова. Это нормальная эта фамилия? Вызывайте скорую, срочно! В кабинете путешественника. Разберутся, там изучают болезни экзотические. Закрытая секретная исследовательская лаборатория. Возглавляет ее некто Роман Куницын. Я ваш лечащий доктор Куницына Ирина Владимировна. Два светилы вирусологии в НСИЕ. Этот кабинет должен был возглавить я. Рома изобретал препарат, который поборет этот вирус. Что бы со мной ни случилось, доведи мое дело до конца. Вы понимаете, чем рискуете?